если у вас нет навыков, вы начинаете себя вести либо неадекватно, либо как животное. И если неадекватное поведение еще как-то может в какой-то ситуации помочь, то поведение животного ничего хорошего, кроме как, так сказать, вашего поражения, смерти там, и так далее, вам не несет. Говорим о том, что мы будем рассматривать экстремальные ситуации в лесу, там, в горах там, и так далее и тому подобное. Мы говорим вот в городском пространстве, вот в условиях города. Как попадает человек в экстремальную ситуацию в условиях города и как эта задача решается в условиях города. Вторая как бы, часть того, что, чем мы будем заниматься, это называется технология городского боя. Да, то есть вот уже тот момент, когда нож вытащили и идут на вас с ножом. То есть как бы вот такая вот как бы, ситуация, как действовать в такой ситуации, ну, надо уметь справляться с этими как бы, угрозами. И номер три, третий блок. Section number three. Третий блок. Я бы его охарактеризовал так. Силовое задержание человека. Да. Вот три раздела, которые мы будем изучать. И мы будем учиться пользоваться подручными предметами. Начиная от фонаря и заканчивая обыкновенным куском палки на полу. Мы будем учиться использовать ландшафт. То есть, по сути своей, они хотят вас ограбить, а вы им должны навязать городской бой. Именно бой. Бой – это организованная вещь. Я вас не призываю бежать. Я вас не призываю быть героем. Я вас призываю победить.